По-моему, это малиновый с белым шоколадом. Да. Красиво как. Помнишь сказку «Лисичка со скалочкой»? Всем привет! Мы на канале «Планета Алис». И сегодня мы будем открывать комичический песок. Привет, ребята! У нас есть тут такой подарочек от пасхального зайчика. Посмотрите-ка. Фабрика тортиков из кинетического песка. Да. Давай посмотрим. Откроем. Вау! Так, что здесь у нас? Давай смотреть. Вот кинетический песок. Вот кинетический песок. Есть розовый. Белый. Нет, это не розовый, а фиолетовый. Да, фиолетовый. Вот он розовый, точно. Розовый, вот такой красивый. А это вся конструкция. Да, здесь. Что? А здесь как ее собирать? Инструкция от конструкции. Вот такие штуки интересные, да? Как плейдо, только из песка. Смотри инструкцию. На. Так. Это чтобы делать формат кексика. Это ложится сюда, я так знаю. Кладется. Да, вот. Ты думаешь сюда? Да, смотри нам. Правда? Хорошо. Это чтобы раскатывать. А которая побольше, так кладется сюда, да? Это чтобы делать бабочек. Чик, я так понимаю, вот так чик. Ага. И бабочка. Да, может быть, и хорошо. Тоже такие сердечки. Давай попробуем? Давай. Как ты думаешь, это нужно сделать? Думаю, вот сюда. Вот сюда. Нужно, может быть, вот этой штукой раскатать сверху, попробуй. Нет. Какая зефирка прям получилась красивая. Теперь другую давай попробуем. Может быть, вот эту поставим теперь или вот эту, смотри. Давай вот эту. Мы возьмем, туда положим. И разве не туда? Нет. А почему? Потому что мы же делаем сердечки. А, ты украшаешь вот этот. Давай. Ой, какая красота получилась. Прямо тортик, да? И теперь приступим к цветочку. Побольше клади, давай вместе. Давай еще надо разложить. Давай разложим. Вот так, чтобы везде. Поровней, поровней, смотри. Может раскатать сверху? Нет. Вот так. Нет. Чтобы была ровненькая подставка. Покатай. Ладно. Все равно, видишь. Ух ты, смотри, печенюшечка какая красивая. А давай поставим одну на другую. И у нас получится тортик. Или нет? Да. Какой красивый, посмотрите-ка. Вау. Вот один тортик у нас. Так, давай еще что-то. И теперь вместо цветочка поставим. Вот эту попробуй. Вот. А это в маленькую, это в маленькую, Алис. Это вон туда нужно поставить. Вот. Белый? Давай белый. Это тесто. Точно. На, покатай сверху. Mm.
выпал такой тортик песочный. Ты прям трехслойный торт делаешь. Маленько развалился. Но можно новое сделать сверху. Давай новую сделаем. Убирай розовую часть. Давай ее. Какую? Давай, может, вот эту? Нет. Вон ту, вот это, смотри. Мы ее еще не пробовали. Нет? Хочешь эту? Вон эту. Давай попробуем. Такая плямпочка. Красиво. О, какой торт, Алис. Красота какая получилась. Что, еще что-то сделаем? Из других цветов? Съесть. Съесть? Нет, не надо есть. Это из песка. Не думаю, что это хорошая идея. Что дальше сделаешь? Дальше? Нет. Это тут не надо давить. Ой. Это бантик. Бантик. Бантик получился. Ну, давай еще один тортик сделаем. Руку. Ну-ка, покажи. О, вот такая рука у меня теперь с бантиком. Очень красиво. Ты сама хочешь сказать, что ты без этой штуки? Что это у тебя получается? Рулетик такой. Да. Такая вот фиолетовая кружка. О, так и прилипло сердечко. Можешь сделать еще один тортик? Конечно, можно. Давай сделаем еще тортик. Мне кажется, немножко побольше. Лучше положить. Нет. Смотри, как надо. Вот так. Оп. Да, а можно и так. Угу. Поэтому не рукой катай, а вон той скалочкой специальной. Ты, кстати, спрашивала, что такое скалочка. Вот это и есть скалочка. Помнишь сказку «Лисичка со скалочкой»? Почему придумали вот такую штуку? Ну, чтобы тортики лепить. Зачем тортики лепить, если есть рука? Тоже верно, но рукой так ровно не слепишь, зайка моя, рукой сложнее слепить, чем со специальной такой штучкой с цифалетиком. Это как она называется? Фабрика тортиков, наверное. Это называется пистолетик. На, еще немножко. Разложи. Эй. Разложи хорошо по сторонам. Смотри, если ты положишь их две вместе, вот так и друг другу, у тебя получится зефир. Нет, наоборот, вот так, двумя сторонами. Перевернуть. Вау, смотри, зефир получился настоящий. Прямо из двух частей. Это тебе. Спасибо. М-м, красота и вкуснота. Ну, правда, хочется съесть. Так здорово получается, так красиво, да?
Давай попробуем вот из этого розовый, смотри. Какой я приятный все-таки этот песок кинетический, да? И кого-то вот специальная посыпка на пирожные. Давай. А зачем нужна скалочка? Чтобы раскатывать. Красиво как. Сюда подойдут тоже какие-то украшения. Не-не-не-не, ну ты же сейчас ее сломала. Зачем? Зачем? Это тебе вафелька. Спасибо. Съешь. Я хочу сделать с украшениями. Ну надо же, она даже не распадается, да, когда падает. Мне нравится. Я хотела сделать не такое, Алис. А, так тоже очень красиво, супер. Я как будто бы ты меня попросила пироженку, я тебе сделала. Хорошо. Я была плохо. Хорошо. Вот вам пироженка. Ой, спасибо, очень вкусная пироженка. А какое красивое. Вот мы еще такую заказывали. Ого! Вот это у меня будет объедение сегодня. Просто красота. Спасибо. Десертку за розовой точечкой. Она чуть-чуть разлазит. И зефирка. И сейчас я сделаю еще вот нижний слой под эту. А вот это сверху. Спасибо. Какая вкуснятина. Да и как будто бы, мама, мы поиграем в школу. Тут было, тортивая выставка. Тортовая выставка в школе? Да, и ты была мадам от этой школы. Хорошо, давай в школе будет дегустация. Давай. Тортиков, давай. Мадам, я красиво сделала тортики. Замечательно, очень красиво, вот. Алис. У тебя самые красивые тортики. И, наверное, самые вкусные. Да. Красота. Красиво. Вкусно. Где сердечко? Давай сверху его положим. Нет. Нет? Я еще не закончу. Хорошо. Еще, мадам. А что ты будешь делать? Зефирку? Хочу сделать тортик. Давай. Получается зефирка. Вкуснятина. И на белое положи сердечко. А почему не на розовое? Ну, на белом лучше будет видно розовое. Вот это красота. И когда раздумываешь, получается большое. Да. Ах, какая вкуснота у нас получилась. И красота. Да. Это мне. Спасибо. Это тебе. Это мне. А это тебе. Нет, а это для всех. А это для всех. Ну все, теперь мы устроим пир горой, да? Ну как, нравится наборчик такой, Лапуль? Да. Здорово же, да? Лимоновый. С каким это вкусом? С клубничным. С клубничным вкусом. А это? По-моему, это малиновый с белым шоколадом. Да. Вкусно как. А это зефирка с чем у нас получилась?
она получилась с шоколадом и с маком. Молочная с шоколадом, отлично. И последняя. Клубничное с вареньем. Ну супер, просто замечательно. Пока моя самая любимая, это вот это. Это да, очень красивая. Нам. Это самая лучшая. Очень красивая, а мне все нравятся. Все очень красивые. Ну вот так, ребята. Напишите в комментариях, друзья, если вам нравится играть с кинетическим песком. Алиса очень любит, да, Алис? Да, смотри. Видим вот так фотку. Вот, и всех вот построено. Ребята, если вам понравилось наше видео, ставьте лайк. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить. Сейчас нажми колокольчик. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И всем пока! Всем пока. Видишь, я случайно взяла колокольчик, чтобы позвонить. Ты хотела сделать колокольчик, чтобы позвонить? Да. Хорошо. Даже как будто бы он на какой-то. Ну нет, Алис такой не пойдет для видео. Покорми его ложечки просто.